Добрый день, коллеги. Поступила очередная партия запасных частей с разборки аппаратов РИЗа серии ЖР, каталожный номер 017-92-400. Это Clamp Unit. Изделие БУ. Вес изделия данного узла 1038 грамм. Что здесь нужно сделать, это заменить. В результате осмотра мы все запасные части тестируем на работоспособность. И только после этого отправляем их заказчику. Значит, здесь, что обнаружили, выломаны два зуба в шестеренке металлической. Вот видно, здесь нет одного, и там видно, нет другого. Эту шестеренку мы заменим на исправную, и узел будет полностью в рабочем состоянии. В этот узел входит ряд запасных частей. Каталожные номера 014-124-01, 011-12-405, 011-12-409, 014-12-402, 011-124-11, 017-65-004, 017-611. 011-12-402, 011-12-410, 011-12-412 и 011-65-004. Если у вас есть потребность в запасных частях, новых либо, пожалуйста, обращайтесь. Будем рады сотрудничеству. Вот наши контакты.